С начала года в Югре произошло 101 ДТП из-за того, что жители округа не соблюдали очередность проезда. В этих авариях погибли двое, еще 141 человек получил ранения. Например, накануне в Урае водитель «Шевроле» при выезде со второстепенной дороги не предоставил преимущество автомобилю «Рено». В результате машины столкнулись, пассажир «Рено» получил травмы. Всего же за сутки в Югре произошло 4 ДТП, 4 человека пострадали. Кроме того, за 24 часа сотрудники госавтоинспекции задержали 6 пьяных водителей. Один из них сел за руль под градусом уже не в первый раз. 31 человек получил штраф за выезд на встречку. За нарушение требований к перевозке детей к ответственности привлекли 53 югорчанина.